Мир вам! В ефірі телеканалу «Рудано. Бесіди про вічне». Я вітаю усіх, хто нас дивиться сьогодні. Ми будемо говорити про останні січневі події Криворізької єпархії. І, звичайно ж, продовжимо нашу розмову про божественну літургію. Перш за все, мені хотілося б запросити вас до одного із найпомітніших храмів нашого міста. Найпомітнішого за своєю незвичайною архітектурою. Бо це єдиний дерев'яний храм на Криворіжжі – храм Святої Мучениці Тетяни. 25 січня його парафія зустрічала своє престольне свято. І треба сказати, в цей день яблуку в храмі було ніде впасти. Свято на честь мучениці Тетяни надзвичайно шановане в народі. Принаймні, Тетянин день знають навіть ті, хто і до церкви не ходить, і про християнство має найсмутніші уявлення. А все через те, що 25 січня з середини 18 століття вважалося днем студентства. Веселі ватаги молоді та професури, які колись надзвичайно бурно святкували день своєї покровительки і зробили цей день популярним. Відтоді інтерес до життя мучениці перших віків християнства тільки зростає. І повчитися в цій історії є чому. Тато Тетяни, який був не просто знатною людиною, а тричі обирався консулом, в час гонінь і сам залишався християнином і виховав християнкою доньку. Її доброчинне життя було настільки високим, що Тетяну поставили в церкві дияконісою. В той час дияконіси допомагали жінкам готуватися до таїнства хрещення, розподіляли пожертви між нужденними і навіть відвідували хворих і вагітних на дому зі святими дарами. Тетянина віра і вірність Христові були надзвичайні. Коли всіх примушували вклонятися ідолам, від сили її молитви руйнувалися язичницькі храми і розбивалися статуї. Ангели зцілювали її від ран під час тортур, а голодні ливи лащилися до неї. Бачучи дива, деякі мучителі і самі ставали християнами і приймали муки. Але Тетяну з батьком все-таки стратили. Порой также и мы, дорогие мои, вот мы видим многие чудеса, знаем многие, а все равно такой сильной веры у нас и нету. Почему? Именно по этой причине, что наши сердца каменеют. Каменеют из-за нашего греха, из-за нашего маловерия. Поэтому, дорогие мои, нужно помнить об этом, что Господь ждет нашего доброго сердца, которое должны принять добрые семя нашей веры. И если оно, сердце будет наше, готовое к принятию этого семени, оно также произрастет и даст плоды. И также многие люди будут также, видя наш добрый пример жизни, подражать нашей вере, подражать Христу и Богу. Крихітний Тетянинський храм і сам нагадує ту добру насінинку віри, яка має прорости в самому центрі міста добрим плодом молодіжного служіння. Хоч так склалося, що він стоїть далеко від епіцентру студентського життя. Але вже сьогодні його стіни переповнені богомольцями. І хочеться вірити, що зі зведенням на цьому місці духовного центру для молоді свята дияконіса збиратиме в цих стінах юнь Криворіжжя, яка прагне звестися на висоти духу. Вже протягом багатьох років святки завершуються у Кривоморозі єпархіальним святковим концертом, який так і називається «Світло Різдва». Колись він починався як фестиваль усіх храмових хорів Криворізької єпархії. Тоді кожен колектив намагався здивувати слухачів своїм співом. З часом дорослі вирішили віддати сцену дітям. І тепер насолоджуються чистими дитячими голосами, які прославляють Христа. Ну а малечі таке свято прийшлося до смаку. І нас юні учасники запевняли, що з великою радістю щороку готують свої виступи. Єпархіальний концерт «Світло Різдва», який у Кривому Розі щороку проходить наприкінці січня, чи не головний захід, який об'єднує спільною справою всі недільні школи міста. Саме тут юні християни, які живуть за багато кілометрів один від одного і ходять до різних храмів, можуть зустрітися, познайомитися, поспілкуватися і показати один одному свої здобутки. Це територія дітей, об'єднаних спільною радістю від того, що сам Господь стоїть поряд із ними під видом немовляти.
рождественской звезды свет благодатный, свое сияние на землю обронил, все стороны планеты необъятной священным ореолом озарил. Мы поздравляем с Рождеством Христовым, желаем мира, счастья и добра. Пусть жизнь наполнится мечтой новой, пускай наступит светлая пора. Я дуже люблю Різдво, тому що це радісне свято, коли я можу побачити своїх друзів, своїх рідних, яких я не можу побачити під час буднів. Я хотів би в першу чергу всіх привітати з цим чудовим святом, побажати кожному, кожній людині всього самого найкращого. Привітати та подякувати всім людям, тим, які допомагали у створенні цього свята. Від року в рік світло Різдва змінюється. Відійшли в минуле виступи дорослих професійних хорових колективів. Не розігрували цього року на сцені і театралізованих міні-вистав на різдвяну тематику. Фестиваль, по суті, став концертом. І переважали в ньому вокальні номери, хоча були представлені і хореографічні композиції. Цього року до участі в єпархіальному торжестві запросили не тільки вихованців недільних шкіл. Разом із ними на сцені Палацу культури ВАТ «Арселормітал Кривий Ріг» виступали і різні колективи закладів культури міста. Очікуваним сюрпризом стали виступи гостей із Лозуватки, Нікополя і Жовтих Вод. А головною цінністю концерту учасники одноголосно називали атмосферу, яка тут панує. Таке праздничне настроєння, состояние таке. Так, и интересно посмотреть, что другие храмы как выставляют. Какие как будто другие. Нас думать, может, будет больше прихожан приходить в наш храм. И совершенствоваться будем. Угу. Чтобы каждый год все лучше и лучше. Ну, нам бы хотелось повысить свой вокальный уровень, как бы побольше петь и виступати почаще. Я, наприклад, в минулий раз перший раз виступала, то мені дуже сподобалося, настільки хвилювалася, але мені сподобалась така атмосфера, така святкова, стільки всіх нових людей, такі всі гарні, дітки маленькі. Дуже, дуже гарні враження. Мені теж, я вже не перший год, вже третій, звісно, і дуже така хороша атмосфера, дружелюбна. Можна опыта набраться хорошего, так, ну вообще отлично все. Да, праздничная очень атмосфера, очень интересно всегда, всегда тут хорошо, всех тепло встречают. Вот такие фестивали, во-первых, они показывают каждому из православных, то, что ты верующий не один, нас много. Второе, то, что это понятие не абстрактное. То есть сослужить Богу можно вот на таком фестивале, когда ты выходишь, эти маленькие просто крохи выходят на сцену и поют колядку. Это и есть то, ну, то славословие, словно те пастухи, первые услышавшие о рождении Христа, они славят на сцене, сообщают нам об этом радостном известии. Варто звернути увагу не тільки на сам концерт, а й на передконцертну частину свята. Адже вагомою його складовою є виставка робіт маленьких християн, яку розгорнули у фойє Палацу культури. Кожна недільна школа отримала тут свій куточок, де представила і малюнки, і вишиванки, і різноманітні саморобки, які малеча під керівництвом дорослих виготовляє на уроках рукоділля. А що це Різдво, то чи не кожна парафія змайструвала і свій вертеп зі святим Йосипом, Пречистою Дівою Марією і маленьким Христом, новонародженим Спасителем світу. Так хорошо, что в Кривом Роге при каждом храме почти существует воскресная школа. Туда могут прийти и взрослые, и дети. Дети могут рассказывать свои таланты, петь. Мы можем рисовать картины. И вот мы представили даже нашу выставку. Мы должны помнить, чем же занималась Божья Матерь до 14 лет в храме. Рукоделием, чтением Священного Писания. В общем-то, то, к чему прививает любовь воскресная школа. Изучение закона Божия, православной культуры, ну, рукоделие, рисование. И мне очень приятно, как специалист именно области изобразительного искусства, изобразительной деятельности, насколько тонкие, насколько искренние работы детские представлены в этом, ну, и в этом, и в прошлом году, ежегодно представляет именно этот фестиваль. Щороку до основного складу учасників єпархіального концерту вливаються нові сили. Вперше на цю сцену вийшли вихованці недільних шкіл Іверського та Богоявленського храмів. Отримавши маленький досвід, вони вже міркують, чим здивувати глядачів за рік. Досвідчені Христослави теж свідчать, що готуються до святок усі 12 місяців. Залишається побажати усім творчого натхнення, щоб світло Різдва 2015 стало дійсно яскравим світлом для усіх мешканців Кривого Рогу.
тривають бесіди про вічне, як я обіцяла на самому початку нашої передачі. Ми продовжуємо розмову про літургію. У нас в студії в гостях протоиерей Олександр Горовенко. Отець Олександр, я вас вітаю. Здравствуйте. Ми завершили розмову про Євангеліє, і якраз у нас на часі велика, вірніше, сугуба Єктінія. Що таке Єктінія? Давайте ще раз нагадаємо нашим слухачам, глядачам. Це форма моління, яка відбувається між священниками, народом, либо хором в лице народа, который отвечает на прошение священника словами «Господи, помилуй». Но в данном случае Ектения сугубая, значит, усиленная, это «Господи, помилуй», оно тройное, три раза поется «Господи, помилуй», «Господи, помилуй», «Господи, помилуй». И эта Ектения, она фактически завершает молитвословие, которое сосредотачивается на нуждах людей. Вот здесь заканчивается благочестивый эгоизм. Мы молились о своем, о том, что нам необходимо. Вот это Ектенией подчеркивается еще раз. Молимся о предстоятелях церкви, молимся о государстве, о народе, о воинстве, молимся о тех, кто болеет, о тех, кто путешествует, молимся о тех, кто стоит в храме, о тех, кто поет, о тех, кто трудится во время богослужения, поскольку не всем достается такая радость стоять и просто слушать. Лично мне вот намного легче стоять и слушать, как кто-то служит, чем самому служить и возглавлять службу. Намного легче присутствовать на архиерейской службе, когда служит владыка. Ты стоишь сбоку, только участвуешь в молитве. Вот сам сосредоточился, ну, насколько это возможно, конечно. Но вот есть люди, которым это не дано. Это те, кто в лавке стоят, это те, кто возле подсвечников, это те, кто в алтаре помогает, это пономари. Этим люди... И наверное, наша снимальная группа. Да, ваша группа, которая снимает, вам сосредоточиться на службе вот, на 100% чисто практически невозможно. В какой-то момент, когда Бог там пошлет благодать за труды, за искреннюю такое... желание быть полезным, Бог, конечно, подает человеку почувствовать в какой-то момент службу. Но вот в основном многим людям, ну не многим, не большинству, конечно, есть люди, которые не могут участвовать 100% в службе. И о них молятся в этот момент. Это последнее напоминание людям, что молимся не только о себе, молимся о всех. От тех, кто может молиться, от тех, кто не может молиться, от тех, кто присутствует, от тех, кто занят чем-то и не может быть на службе. Вот. Опять же, как мы говорили о мирной Ектении первой, священник либо диакон, он предлагает, дает поводы к молитве, а человек должен рождать уже молитву. Вот, например, молимся о путешествующих. Человек вспоминает, что вот тот человек, вот сейчас он в дороге, Господи, помоги ему. Молимся о болящих. Сразу человек, ассоциация возникает, сколько больных, знакомых, родных, близких и вообще незнакомых людей, на которых, может, никто не молится, кроме вот церкви. И человек должен продолжать эту ассоциацию, откликаться на призыв священника, на его прошение своей молитвой. Не только стоять, перекрестился, поклонился. Нет. Слышишь слова молитвы, а надо сказать, что слова Ектении, они довольно просты. Не надо знать в совершенстве славянский язык, чтобы понимать, о чем священник предлагает молиться. То есть только слушать внимательно, и любая форма образования человеку даст возможность понять, о чем идет речь в этой молитве. После сугубо Ектении идет еще одна Ектения, которая тоже как бы о нуждах людей, только уже умерших. Это Ектения заупокоенная, в которой мы просим молиться, которой священник предлагает всем молиться о тех, кто отошел в иной мир, о тех христианах, которые сейчас не присутствуют с нами телом, но желают душой, чтобы молитва за них возносилась. Это как бы замыкается круг нужд человеческих. Вот помолились о церкви, о соединении церквей, помолились о тех, кто возглавляет церковь, помолились о государстве, помолились
тех, кто трудится в этом государстве, помолились о тем, кто трудится в храме, помолились о тем, кто болеет, кто не может присутствовать. И последний, как бы завершающий виток молитвы, молимся о тех, кто в принципе не может присутствовать на наших службах, об умерших. Это Екатерина как бы завершает круг нужд человеческих. Мне хотелось вообще еще раз попросить вас відповісти на одне з питань наших глядачів. Тих, хто запитує, чому ми священиків називаємо отцями. Ми вже говорили про це в наших передачах, але питання повторюється. Діло в тому, що в священному писанні сказано: «Нікого не називайте отцями і учителями». Угу. Можна сказати, у тебе учительниця була першою. Ну, це протестантський вопрос, надо знать, что это задают люди, которые прошли протестантскую школу. И надо спрашивать, была учительница? Была, но никто же не скажет, что не было. Там все писали открытки на 8 марта, там, дорогая учительница, или дома говорили, вот учительница задала задание. Ну, тата, то есть, татом мы да, называем. И отца отцом называем, да. Але дискомфорт все одно є, коли читаешь слова писания, что не называете, а мы называем. Необходимо понимать, о чем идет речь. В строгом смысле этого слова отец может быть только небесный. Он нас родил, через него мы произошли на свет, благодаря ему мы появились на свет. И он, как главная истина, Христос о себе сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И только истина может чему-то нас научить, то есть быть в строгом смысле учителем. Учитель – это одно из имен Иисуса Христа, как к нему обращались ученики. И можно быть, скажем так, по совместительству отцом, угу, по совместительству учителем. Апостол Павел пишет о том, как он родил неких христиан благовествованием. Раз родил, значит, он является отцом. И священник, он никогда не имеет права требовать или указывать людям, чтобы его называли отцом. Священник никогда не имеет права себе представлять, как отец Александр. Очень приятно. Нет. Протоиерей, священник. Только так. Я не имею права себя для других людей позиционировать как отец. Я отец могу быть для своих детей и для тех, кто считает, что моя проповедь привела их в церковь, что я чему-то их научил, которые духовно как бы возросли моими детьми. Вот эти люди сами могут меня называть отцом по желанию. Для других никаких нет препятствий называть меня Александром, или Александр Анатольевич, или по фамилии, как в миру люди могут называть. То есть отцом священник является только для тех, кто его таковым считает. И это же понятно, что обращающийся к священнику со словом «отец», он его не подразумевает как «отец небесный». Это же надо болеть очень сильно головой, чтобы понимать, что не понимать разницу между Отцом Небесным, к которому мы обращаемся, Отче наш, и Отцом Александром. Вот это неправомочная такая претензия. Это сродни того, что не делай себе кумира, и нам говорят, что вы идолопоклонники, поклоняйтесь иконам. У тебя был отец? Был. Ты его как назвал? Папа? Ну, вот. Значит, ты согрешил. Была учительница? Была. Кто скажет, не было у меня учительница. А написано и про учителей, и про отцов. В строгом смысле учитель и отец – это Бог. Но по совместительству отцом может быть наш отец, через которого мы произошли на свет. Учителем может быть мама, которая учит своих детей тому или иному. Это не в том плане, что мы обращаемся к священнику, как к Отцу Небесному. Это же понятно. Когда говорится «Ваше высокоблагородие» в древности, когда говорили это какому-то маркизу, графу, барону, и этими же словами обращались к императору, то «Ваше высокоблагородие» в сторону императора
это по одному звучит, да. Да, а в сторону графа звучит совершенно по-другому. И тем более оно очень разнится в зависимости от уст, произносящих эти слова. Когда это говорит сын императора, ваше высокоблагородие отцу, это одно, а когда он говорит ваше высокоблагородие какому-то чиновнику, это другое высокоблагородие. Это необходимо, ну, как бы дифференциация этих. Понятие одно, но его можно относить и произносить с разным чувством, по-разному. Это приблизительно как ситуация с символами. Вот свастика. Это изначально крест православный, христианский, который использовались, который есть в римских катакомбах, который можно увидеть на облачении дореволюционном. Есть вот крестиками свастики украшенное облачение. Ну, ведь Олександра Федорівна, імператриця, підписувала в своїх листах і теж ставила такий хрестик. Да, но с пришествием фашистов, которые взяли себе этот символ на вооружение, многие в нем видят ассоциацию с фашизмом. А незнающий человек может увидеть в нем крест. То есть наше понимание символа дает ему силу, значение. Вот пятиконечная звезда – это плохо, хорошо. Шестиконечная звезда – это плохо, хорошо. Все зависит от того, как мы… Что мы хотим как, надать. Какой, да, какой смысл мы вкладываем и в слово «отец», и в увиденный какой-то символ. Все зависит от произносящего человека. Если кто-то захочет увидеть в моих словах, в обращении к какому-то священнику, там, отец такой-то, увидеть в моих словах грех – он его увидит. Кто не захочет видеть, это все зависит от настроения человеческой души, вот на что она настроена. Андрей Ткачев как-то так сказал красиво, что если 10 человек идет по улице, то они эту улицу все видят по-разному. Один видит архитектуру, другой видит машины, третий видит женщин, четвертый видит асфальт с ямами, пятый вообще ничего не видит, смотрит в телефон. То есть дерева и пташок, да, слухает. Да, да. И поэтому каждый человек, он видит только то, на что настроена его душа. И это, кстати, очень хороший закон для проверки своего собственного состояния. Посмотри на мир, что ты видишь, это в тебе. Как сказал Дмитрий Смирнов о притче о бревне в глазу и о сучке. Он говорит, сучок и бревно в глазах людей – это деревья одного сорта. То есть ты не можешь увидеть сучок в другом глазу, если ты не будешь этим же болен. Ты этим болен, ты это замечаешь. Эта ситуация обыгрывается во многих классических произведениях. Скажем, в Толкина, в Сильмариллионе есть об этом повествование, когда он некого человека посадил в темницу, этот злобный дух, и давал ему видеть мир через зеркало, в котором все отражалось, только негативное. И он со временем стал видеть весь мир в плохом свете. Либо попроще пример Анна Каренина. Вот, когда уже был грех с Вронским, и они согрешили, долго сожительствовали, потом это им все надоело, она начала его ревновать, и там уже так прекрасно описывается состояние Анны, когда она в каждом человеке, встречающемся ей, уже перед самим самоубийством, она видела что-то негативное. Вот этот мелкий человек, этот мерзкий, это блудники, это сребролюбцы. То есть она уже не видела чего-то хорошего в человеке, что, в принципе, и привело ее к самоубийству. Вот то состояние души, оно заражает наши глаза. Мы начинаем мир видеть через то стекло, которое нам преподносит наше сердце. И если человек видит грех в другом, что он обращается со словами «отец», так подожди, это значит в тебе проблема. Если я вижу в ком-то сребролюбец, значит я сам сребролюбец. Если я вижу в ком-то гордость, это мой грех, значит это моя проблема. Так, как бы, мнение краткое о обращениях отец, учитель. Кто пожелает, тот это объяснение примет.
и согласится. Но кто не захочет, он найдет 100 поводов, 100 аргументов мои слова перевернуть в другую сторону и доказать, что я не прав. Я как бы не претендую на последнюю инстанцию, но свое мнение сказал. Останній тиждень січня Україна жила молитвою біля ковчегу із дарами волхвів, привезених для поклоніння віруючим зі Святої Гори Афон. Тисячі прочан із усіх куточків нашої держави вклонилися святині. Побував в Успенському соборі Києво-Печерської лаври і президент Віктор Янукович. Перед ковчегом із дарами відслужили також перший дитячий молебень про мир в країні. Ініціативу дитячої молитви підхопили різні міста і протягом тижня вже перед місцевими святинями повсюди молилися вихованці недільних шкіл. Тим часом священики продовжили молитовні стояння між протестуючими сторонами. Не тільки в столиці, а й на площах різних населених пунктів. В тому числі і у Кривому Розі, де 29 січня під час сесії міської ради Криворізьке духовенство біля міськвиконкому служило молебень про мир. На той час там саме зібралися прихильники та опоненти влади. Цими днями молитва лунала і над Україною. З благословення предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого митрополита Володимира відбувся повітряний хресний хід. Літак зі святинями тричі облетів Київ, а потім всю Україну. На його облавку молилися намісники трьох українських монастирів і ченці Почаївської лаври. Це все, про що ми встигли розповісти вам сьогодні. Наш час вичерпано, і мені залишається тільки попрощатися з вами до наступних зустрічей. Усім нашим глядачам та їхнім родинам я бажаю залишатися добрими християнами, зберігати мир у ваших серцях, наповнюватися любов'ю до ближніх і крок за кроком наближатися до мети життя кожного учня Христового – перетворення самого себе на Божий храм, у якому зможе жити Дух Святий. Ангела-Всім-Хранителя!